Всем привет, ребята, и как вы уже поняли из начала видео, мы тут немножечко с Ланой побуянили в магазине, и нам надо валить. Привет. Привет. Привет, какой привет, уходим, девочки, уходим. А, только подождите, пока мы не уходим, давайте посмотрим вот сюда, тут Леша стоит. Ладно, времени нет. Ого. Нас отшлепают, найдут и отшлепают. Да. Купил приватный сервер за 10 робоксов. Да. Создатель, так, если ты смотришь это видео, у меня уже почти 500. Можно написать, скоро будет 500, я надеюсь. Я думаю, что так будет, это напишет. Пойдем. Так, теперь точно пора убегать. Дошик все еще не говяжий. Это, они, по-моему, видели все. Да, туда. А, вы же еще не были здесь. А я говорю, а вот кассиры, по-моему, все видели. Видели абсолютно все, что есть на видео. Ой-ой-ой, у нас проблемы. Он явно злой, да. Леша, давай мы тебя прикроем, беги. Так, ладно, до свидания. Леша, так подожди, это что, не пятерочка-то была? Какая разница? Без разницы. Так, подожди, по-моему, здесь налево и здесь вот сюда. Нет, не сюда. Направо? Вот сюда. Ты же говорил, вот. Постоянно налево. А, тут тупик. Вот, я нашел. Вот. О, здорово, пойдем. Да, билетики. Все нашли, окей, го отсюда. Вообще, мы по факту хотели показать Еве с Ульяной вот эту вот пятерочку. Надеемся, что здесь что-то обновилось. Ой, потому что нам она понравилась. Ну, дошики, по крайней мере, вначале были. Не уходите, меня поймали, Лану бургер или пончик убил? Так, кто тебя поймал, Лана? Меня убил этот пол, я не знаю, что с ним, но... вот. А я, кстати, думала, что он неубиваемый, потому что мне показалось, что я наступила на него. Нет, тут все убивает. Ну, не знаю, да, так что... Ёши, подожди, я понимаю, что ты спешишь, но ты так сильно не торопись, а то обе скоро закончится. А, точно, простите, пожалуйста. Тут камеры. Да, и... А, меня сейчас снимут! Я ухожу. Я надеюсь, Ёши не видели в магазине. Слушай, это реально так стрёмно. Ну, ребят, если честно, я все потом собрал. Точно? Честное, пионерское. Точно, да, я да, видела. Абсолютно все собрал. Да, вот Лана свидетель, ну, живой, поэтому да. Я не пакостник, я это сделал случайно. Я просто хотел, не знаю, просто хотел для видео в ТикТоке. Ох уж эти, блин, тиктокеры. Хотел просто снять, типа, как я беру все шпроты, типа, и покупаю их. Да, но пришлось их просто Господи, уронить. Как страшно тут умирать. Да, пришлось их уронить, я не со зла. На самом деле, когда ты взял предпоследнюю шпротину, то я прям почувствовала, что будет что-то неладное. А, боже мой. Я почувствовал неладное тоже примерно в этот момент, но у меня такая, знаешь... Теплилась надежда, то, что я все-таки возьму их и, типа, Ёши, для смотри. Видео положу, да господи, что не так-то? Ёши, вот, а да. я тут косплей на шпроты делаю, смотри, опа! О, господи! Ладно! Опа! Ты шпротина, Лана, все, ты с этого момента шпротина. Нет, девочки, давайте косплеим шпроты. Так, давайте вот сюда. Давай. И... Я посмотрю. Ну-ка, оба! Интересные вы шпроты, конечно. Да-да-да. Слушайте, а я тут что нашла? Ева, ты где вообще? Тут наверху создатель, кажется, сидит. Или это не создатель, не знаю. Ну, посмотрите, тут лисенок смотрит телевизор. Да-да-да, это создатель, мы его уже видели. И он, причем, смотрит просто в экран. Да, у него сломался, типа, кажется. Там ничего нет, да, он немножко сломался. Это вот знаешь, когда ты хочешь посмотреть в субботу утром мультики, а там вот такая вот лабуда. А там Ёши шпроты уронил и телевизор сломался. Ребят, интересное видео вот тут вот. Тут шпроты, если что, роняют. Да ладно, уйди, я тут смотрю. Ты что? Смотришь, ничего интересного уже не будет после того, как ты все уронил. Ничего больше интересного не сняли. Пока. Не, на самом деле, слушай, это было на самом-то супер деле, эпично. Я так смеялся, да, я просто после этого, ну вы помните этот звук, который я издал, это просто, я с него даже смеялся, наверное, не знаю, минут, наверное, 15 потом. А чё вы не смотрите, ну, ребят. Я просто шла. Мы по памяти, ой, а я вообще не помню, я не по памяти, я просто, Ага, шла. Красная, потом знаете, фиолет. Стрелочка показала прям... А мне никто ничего не сказал вообще. Вы чего? Ой, Ёж, смотри, тебя тут снимают, улыбнись. Где? Опять меня снимают, господи, да я не специально сделал это. Чувак падает, ребят. Ты чё, давай спасем его или подтолкнем его вниз? Давай. Не будем спасать. Знаю, судя по шпроту. Но он шпротина, он шпротина. Не, Ёши, давай, падай, ты должна упасть. Да не ты шпротина, он шпротина. А ты куда, ладно, ты не шпротина уже. Ну как это, как
Как это, меня что, понизили, что ли? Ребята, нас тоже снимают, тут камера, не прыгайте. Кыш, да господи, все, пойдем, пойдем. Так, вот так вот, спиной, спиной, идем спиной вперед. Ага, ага, так, чтоб никто ничего не подумал. Да, я обратил внимание тоже на камеру. А, опять спиной вперед, ребят. Спиной к камере, чтобы, или лицом к камере, не знаю, не получается, вы куда убежали вообще? Нет, лицом к камере, это гнилое дело, знаешь ли, Лана. Лана тоже. Ёши, спиной не получается, тут кислота какая-то. Тут везде камеры, со всех сторон, спиной никак не получится, понятное дело. Господи, кошмар. Ёши, главное просто ничего не роняй, и все будет хорошо, мне кажется. Я, кажется, здесь останусь. Ну подожди, вначале тоже такие вкусняшки были, ты могла и вначале по факту остаться, там тоже вкусняшечки. Я вначале уже покушала, а тут я хотела остаться. О, Ёши, вначале пончик был явно поменьше, я вот тут сравниваю. Ой, слушайте, а давайте я попробую быть шпротиной. Вы куда убежали? Внутри пончика, я тут хочу смертельный номер показать. Так, я хочу посмотреть, давай, давай, я смотрю, ну-ка. Это пончик со шпротами. Ну-ка. Ой, слушай, они не работают, я хотела, они не получаются. А знаешь почему? Потому что пончиков со шпротами быть не должно. О, господи, а вот так, сейчас вот, Ёши, так вообще не получается. Это что такое? А ты что такая живучая шпротина? О, правильно, шпротина должна лежать на полу. Это цитаты великих Ёж. Смотрите, я вообще в воздухе стою. Ну, вот да, то же самое. Вот смотрите, вот ты сюда доходишь, а потом все, потом шпротина сразу. Так, ну давай, шпротина, проходи, мы тебя ждем вообще-то. Ну, а я просто подумала сейчас, что мы в Тавре теперь будем падающих называть шпротинами. По-моему, это идеально. Ой, ладно, немного обидно теперь для меня. Я ж не специально это сделал. Ёши, ну ты это уже сделала, ты этого не отменишь, и это прекрасно. Я не знаю, зачем я сделал это движение сейчас вперед. Я просто, смотри, я просто вот так хотел запрыгнуть. Ёши, подожди. Я не понимаю. Ёши, а ты, кажется, еще не был шпротиной сегодня? Был. Сегодня шпротиной. Был, да, был. Был там, умер, да, вот там. А, ну ладно. Ёши, тут камера, не смотри. Да, вот там вот с лазерами. О, боже, нет, не смотрю. Аккуратно отходим. Это не я сделал. Тут тоже камера. И там тоже камера. Так, я попробую закрыть. Аккуратно идем, вот, аккуратно. Мы уже на пути. Скоро финиш, ура. Финиш. О, смотрите, а я, знаете, я не хочу, я хочу. Да, кстати, вот. Нет. Ёши! Что, не работает, да? Не получается, ладно, пофиксили. Да, кто-то посмотрел наше видео и понял, что так... О, боже. И понял, что так можно делать. Короче, первые две левые. Левый, лево, право. Да. Спасибо. Ага, отлично, замечательно. Или это уже нельзя было так было делать, или можно было. Я не знаю, я ничего не помню. Ну, в общем, короче. По-моему, я так делал, слушай. Я, по-моему, так делал. Вы видели, видели? Я почти коснулась пола, а потом вовремя отпрыгнула и осталась жива. О! Да! Ой, ну почти, ну ладно. И все сразу решили убиться. Так, ну что вы, шпротины, давайте. В борщ падают там. Шпроты с борщом не очень, по-моему, нет? Отвратительно. Господи, а что тут гаечный ключ делает? Это пятерочка, Ева, тут все что угодно может быть. А там прям какой-то аэрохоккей. Ребят, я умираю, я не могу, помогите мне, а? Я не могу, я делаю лунную походку. Так, а как тебе помочь? Ой, Ульяна, чуть... Давай, о боже, да, чуть не умерла. Пойдемте. Так, а мы тут все, да, делаем лунную походку, шпротина, постой, не убегай. Мне нравится, как у меня так хвостик болтается, когда я это делаю. А что такие резкие вот эти кубики? О, да, они, ну, по-моему, это самый конец. Мы скоро спасемся от шпрота, я боюсь от кубиков вот этих вот, никто не спасет. Да вы что, шпротины, ну как это, как ты понимаешь? О, господи, они двигают вас, когда вы уже прикончили, смотрите. Да. Так, надо вот где-то по центру. Создатель, я осуждаю тебя. Может быть, ты был в том магазине, в котором мы с Ланой были. Я думала, только у меня. Не знаю, из-за этого нас вот так вот берешь и выкидываешь. Но я тебя осуждаю, создатель. Что нам делать-то? Перед финишем. Ёши, ты ж ему еще заплатил робоксов. О, да, целых 10 еще. Это 20 всего? Это всего 20, может изменить там в описании. Ой, ребят, как нечестно опять все заново проходить. Это что вообще такое? Какой кошмар. И Дошика, Ева, смотри, красного Дошика нет. Я вот это вообще осуждаю. Да. Дай Дошик красный. А я Дошики не так, ем. Так, может, он обновил донатеров. Ну-ка. И нет, он не обновил донатеров. Все, пойдем, короче. Все, побежали, давайте на скорость. Прохождение пятерочки. Все, погнали. А кто помнит, куда идти? Не знаю, я иду за Ёши. Я приблизительно помню, где-то вот здесь. А!
А, где? Вот сюда, вот сюда, 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 за моим хвостом, следуйте за моим хвостом. Я ничего не вижу вообще. Я тоже. Надо... Ева, ты потерялась? Первого лица, кажется, господи, да, я потерялась, ребят. Ева, иди со мной, иди со мной. Я сейчас выведу Еву, так, проходите дальше. А мы на скорость или как? Мы я могу скорость, идти, да? Да, 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 конечно, мы сейчас будем... Вот отсюда, да, на скорость. Отсюда, отовсюда. Засекайте время. Кстати, да, Ева на самом деле довольно короткая, и мы сейчас будем пытаться поставить рекорд прохождение антишпротовой. Это рекорд, когда вы только уронили шпроты и пытаетесь сбежать из магазина. Так, ладно, хватит шутить на этот счет. Иду на обгон, Йоши. О, мне не нравится этот уровень. Ребят, подождите, меня не успеваю. Я, вот ты знаешь, куда идти? Мы сейчас тут убьемся где-нибудь обязательно. Так я тоже убьюсь. Обнадеживающе звучит, капец, Лана. Ничего страшного, мы же пытаемся рекорд поставить. Ой, это я. Это я. Ева, так куда подождем? Видишь, ты уже вот тут вот умерла даже там же, где и я. Ой, подождите, ну а что, да. Ульяна впереди? Да господи, дайте пройти. Да, Ульяна уже ушла. Ага. Да, но тут какая-то ужасная, мне не получается тут пройти. Да господи, что не так с этими красными штуками? Меня не Ульяна достали, синяя. Серьезно. Ой, потом, нашла, нашла. Потом так. Красная. Ёши, Ёши, ты, а где же рекорды? Рекорды прохождения. А что фиолетовое? А, синяя. Дальше обязательно будут, но пока, извини меня, пожалуйста, пока нет. Давай, Ёши, мы в тебя верим. Представь, что ты только что уронил шпроты. Беги, Ёши, беги. Так. Ладно, осуждаю. О, отлично, видишь, представляешь, Ёши, желтая. Ой, вы там только на этих цветах, я уже на еде. Ёши, желтая, синяя, красная. Так. И фиолетовая. Красная, и фиолетовая. Все, давай, давай, скорее, ладно, прыгай. Я тебе помогала, между прочим. Спасибо большое, спасибо. А мы с Ульяной уже далеко. Это ненадолго, сейчас мы вас нагоним быстренько. А вот и нет, а вот и нет. Ёша, а я знала, ты видела, что надо притормозить. Это просто финт сделал в воздухе. Смотрите, посмотрите направо. Я с шифтом выбираю, извините, так. А, вижу, да, вижу, вижу. Надо шевелиться скорее. Мы, конечно, шпроты не роняли, но мы быстрее всех сбежали. Это потому, что вас там не было. Если бы вы там были, вы бежали и спотыкались, наверное, вот. Это да, это точно. А вы из магазина не хотели убежать быстренько, чтобы вас никто не заметил? Хотели, но пришлось все купить все равно. Ну да, как бы сначала мы хотели купить все то, что набрали, очевидно. Так, а вы там не умираете больше на тех штуках, на которых умирали? Я стараюсь, нет, я два раза чуть не умерла, но было очень кажется, страшно. Кажется, их уже прошли. Слушайте, ну мне кажется, это суперскоростное прохождение. Обе, даже несмотря на то, что мы здесь погибли несколько это раз. Это красные камеры. Ау! Посмотрите, посмотрите, это красные камеры. Это камеры, которые увидели, что Ёж уронил шпроты. Простите, я не перестану просто шутить на этот счет. Что? А я думала, это просто такое освещение. Эй, это что? Ребят. А нас не выпускают теперь? Что происходит? Так, по-моему, нас из-за этого закрыли или что? Слушай, по-моему, обновляется игра сейчас. Нет, мы разве? Мы сбежим из пятерочки теперь. Я не знаю. Откройте дверку. Я хочу выйти. Все, я тогда умираю. Ну, ребят, в общем, в итоге, получается, Ева а с Ульяной что, Ульяна не... живая стоит? Ульяна смотрите. Живая! Я же говорю. Боже, подождите, я хочу посмотреть. А я живу. Вот вообще, вот боже стоит мой. Вот тут. Эй, я умираю, а Ульяна живая. Боже мой, неубиваемая Ульяна, что с тобой не так? Так, а ну-ка я сюда. А, нет, я почему умираю? Я тоже умираю. Я не знаю, как это произошло. Я умираю, Ульян, что такое, что происходит? Ты заплатила робоксы создателю? Я не знаю, я просто прыгнула. Я тут на то же место прыгаю, тоже умираю, ребят. Я попробую еще раз подергать эту дверь. Не, ребят, не открывается. Возможно, это просто спасательные... Нет, Ульяна! Зачем Ульяна? Эх. За компанию. Ну, не знаю, не прикольно же так стоять постоянно. Мне скучно там. Слушайте, уважаемые шпроты, по-моему, мы не сбежим отсюда. По-моему, да, Ёш, тебе придется купить все шпроты в магазине, чтобы тебя выпустили. Да, это точно. В общем, ребят, тогда надо идти покупать шпроты, а на сегодня, я думаю, это все, раз нас не пускают. Осуждаю! Да, я тоже. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не хейтите меня за то, что я уронил шпроты. И всем пока. 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 И покупайте шпроты.